Если вы не родились у богатого папы, который вам дал кучу денег, и вы, значит, превращаетесь в мажора, вот, вы в любом случае проходите путь становления собственного профессионализма, знаний в определенной сфере и мышления. И дальше вот мышление наше, оно позволяет нам объемно смотреть на задачи, которые вы решаете. Человек состоятельный, который заработал деньги, он просто более объемно смотрел на то, что он делал. Ты понимаешь, что деньги – это не то, что ты сейчас заработал, а деньги – это то, во что ты целишься, да? То есть это та будущая прибыль, которую ты можешь получить, потому что, ну, это действительно немножко другое сознание. Вот. Но это сознание не может родиться на отсутствии профессионального фундамента, на отсутствии того, что ты делаешь что-то, что представляет для других людей ценность. Мышление наше – это не про деньги. Как только начинаем думать про деньги, мы сразу мельчим. Мелочность, она приводит к ошибкам. Ошибки не позволяют зарабатывать. Но для того, чтобы в объеме мыслить, нужно же в этот объем войти. Его нужно ощупать. А как вы его ощупаете, если вы ничего не делаете? И самые успешные люди, они начинали с того, что они что-то делали. Они что-то делали и дальше увеличивали свой взгляд на это. Смотрели на это более объемно и делали что-то большее. Так что кому там с папами везет, не везет, не знаю.